Народ, всем привет! Это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагира Иван, и я продолжаю играть в Skyrim. Я играю в сети Цицерона брони 0. Меня часто убивают, ну и разное другое. Я сейчас прохожу гильдию воров. Друзья, и мне нужно вернуться. Здесь у нас Гулумай, и мне нужно вернуться обратно. Почему? Да потому что я кое-что там пропустил. Да. Так, я это уберу, и оружие тоже уберу. Я пропустил уникальную вещь, которую, блин, забыл, что действительно, в каждом квесте, в каждом крутом квесте от гильдии воров мы находим одну уникальную вещь. В этом квесте, в этом, который у меня был в прошлой серии, которого мне часто убивали, в котором я долго проходил, целый час, несчастную локацию, я пропустил карту. Оказывается, карта это и была уникальная вещь, но я не знал. Я ее увидел, я нашел эту локацию, где раньше не был, и, блин, я смотрю, она какая-то яркая. Ну, думаю, ладно, разное бывает. Обычно, знаете, карта обыкновенная, а тут какая-то прям очень яркая. И да, друзья, спасибо, что вы мне сказали, я сейчас ее заберу. Уникальная карта, которую можно взять только в восточной имперской компании, вот здесь. И, ребята, огромное вам спасибо. Только, пожалуйста, не говорите, что будет в следующем квесте. Я вас прошу, не спойлерите. Я пройду его, если не найду, то потом... Конечно, перку. То потом вы мне напишите, и я обязательно найду. Вот. Вот там вот дом. Я не знаю, сколько играю, я как-то никогда не обращал на него внимания. Скрытность 99, друзья. 99. Подожди, а как туда? Все-таки показалось. Ага. Не стоило. Где ты? Как он меня? Не было сомнений, что я тебя найду. Отстань. Тебе не спрятаться от меня. Чуть-чуть меня не прихлопнули. Друзья, я играю на сложности легенда, и когда ты ходишь без брони, это очень печально. Ну, мне нравится, не знаю, это, знаете, какой-то дополнительный сложный режим, которым тебя можно всегда убить. Я как-то сюда не пошел, тогда хотел пойти, но не пошел. И правильно, что не пошел, потому что там ничего нет. Блин, вы только посмотрите, какой красивый вид. Какой классный вид открывается. Этот Special Edition добавляет крутое освещение. Обожаю Skyrim. И вот она. Вот, друзья. Я такой, ну, карта как карта, но на самом-то деле она чуть-чуть ярче. Вы посмотрите, ее можно украсть. Вот, отнести Делвину. Так, монетки. Деньги. Позачья грудка? На полу? Ладно. Все, друзья. Винвиз. И мы идем обратно. Нужно сейчас опять с ним поговорить. Извините, да, я вне эфира не успел это сделать. О, жир тролля. Блин, хотел взять, ладно. Потом. Я сейчас быстренько к нему. Говорят, что он торговец. Ему можно сплавить все. Краденое. Да, в принципе, я, наверное, каждому сейчас в гильдии воров смогу сплавить краденое. Так, я, конечно, все понимаю, но под ноги нужно смотреть. Быстрое лечение. Вот. Отлично. Ну что, друзья. Попробую сегодня выполнить еще дополнительный квест какой-то. Или хотя бы добежать домой. Блин, я хочу, так хочу выполнить этот квест Восточной Имперской Компании. Мне подсказали, что его можно взять. Его можно взять возле лодки. Возле лодки той, которую я отправляюсь, на которую я отправляюсь на Солсхейм. Вечно это и название говорю как-то неправильно, мне ребята поправляют. Ну, спасибо вам. Ну что ж, мы пришли, я сохранюсь. И давайте посмотрим, тут у нас есть лут. Я хочу смотреться. Я сейчас возьму свет.
И тут много сундучков. Эксперт, да ладно. С экспертом мы сейчас разберемся на изи. 9 монеток. 9 монеток? Ну зачем вообще на эксперта хоть закрывать их? 9 монеток. Зато вот этот вот открытый. И тут что-то уникальное. Увеличивает запас сил на 60. Довольно дорогой. 742 монеты. 144 монетки. И свиток проклятия нежити. Поджигает нежить уровня 45 и ниже, обращает бегство. Неплохо, друзья. Что это за цветочек? Я постоянно на него обращаю внимание, но, судя по всему, я его взять не могу. Статуя Дебеллы. Ну, считаю, это одно из уникальных вещей. Так, что это за щит? Какой-то щит. Ух ты! Ух ты! Щит Солитьюда, а второй что за щит? Щит Стражи Маркарта. А мы заберем. А мы все заберем, потом продадим. Вон, 13 монеток не закрыто, вот это я понимаю. Так, можно через верх, да, вот так. Сейчас зайду сюда, посмотрю, что у нас тут. Ух ты. А, это видно, те там тут спали. Ну ладно, тут у нас сырок с плесенью. Да, 100% он с плесенью. Самое интересное, что он тут везде. Патрик, привет. Так, броня. Наверху ничего нет. Разработчики ничего не спрятали. Ну, хочется просто знать, это какое-то такое... Хочешь знать больше? Помещение, и их хочу его полностью облазить, чтобы ничего, ничего, ничего не пропустить. Там какие-то книги я уже видел, и головой ударился. Стой. Да ладно. Заберем. Хотя ладно, сейчас не будем все книги забирать, я просто посмотрю, может тут какая-то уникальная есть. Мастер. В этом сундучке, наверное, самое ценное. 99-чик, отмытый-чик. Вот-вот. Ну ничего. Я уже на правильном пути. Или нет? Да, небольшие новости по поводу Fallout'а, друзья. Ну, извините. Извините, я сейчас его записывать не буду. Будет в основном Skyrim и кое-какие еще рубрики. Просто он меня лагает. Может быть, когда-то я апгрейд нормально свою систему и заново начну его проходить. Ну, не знаю. Посмотрим. Да, мы забрали... И тут мастер. Да ладно. Тут, наверное, тоже спрятаны 15 копеечек, да? Септимов. Блин, так хочется сделать этот септим в реальности, чтобы у тебя была такая вот монетка. Блин, это было бы круто. Так. О, да. 89. 6 монет. Я прям знал. Ух ты. Стальной боевой топор и норский меч. Патрик, ну что такое? Патрик свое коронное место просто не занял. И давай петь. Так, тут у нас мясо хоркера. Подкрываем рычаги. Ага, это та дверь. Это выход открылся, отлично. Знать больше. Я буду помалковать о твоей афере. Но за тобой должок. Вот теперь ты говоришь на моем языке. Знаешь что? Если тебе понадобится сбыть краденое, приноси товар ко мне. Я тебе хорошо заплачу. Считай меня своим новым другом на севере. Отлично. Зачем Карлия купила поместье Золотоцвет? Я ее о том же спрашивал, но она не стала мне говорить. Но теперь, когда я знаю, кто она такая... Я думаю, она пытается ударить гильдию воров побольнее. А как это повредит гильдия? Мавин Черный Вереск нужен мед из поместья Золотоцвет для медоварни.
Она держала поместье в кулаке при помощи гильдии. Теперь понятно. Если владелец отрежет гильдию от поставок, он сильно навредит Мавен. А ее это не устроит. На месте Мавен я бы обвинил гильдию в слабости и неспособности удержать поместье. То есть Мавен разуверилась в нас? Именно. Разувериться. Разувериться в нас. Поддержка. Господи, слепой. Мавен. Карлия много времени и средств положила на это дело. Документ этот я заберу. Возражения есть? Считай, что это подарок, чтобы обеспечить твое молчание. Мне от него все равно одни только неприятности. Карлии он даже не нужен. Она хотела сохранить продажу в тайне. Вижу, ей это удалось. Блин, мне какой-то прыщик выскакивает, наверное, простуда. Болит? Ладно, друзья, ну что ж. Но ты не забудь сказать. О, удочка. Мерсеру. Телескопичка. Что я честно все рассказал. Ладно. Господи, откуда в то время еще уже было вот эти вот бобина? Я не знаю. Хочешь ладно. Знать больше? Оказывается, она опередила свое время. Так, я туда зайти не могу. А там рыбка. Блин, хвостик, так хочется ее забрать. Ладно, друзья. Отправляемся. А вот, в принципе, держи. Лосось. Лосось добавлен. Включим свет и будем выходить. Тут у нас хоркеры. По-моему, они все добрые. Да? Ты добрый? Какой-то зубастик. Зубастик. Нет, он такой вот. Зубастик может укусить. Мне просто интересно, может быть, тут что-то спрятали? Нет? Ого! Отстань от меня. Я просто тут бегаю. Просто. Так, ладно, друзья, давайте выходить. Вот, выход. Да, блин. Мне нужно уже завести себе семью, друзья. Как вы думаете? Но, перед тем, как я завел себе семью, я хотел себе построить новое поместье. Да, друзья, опять будем строить поместье. Грот, солнечная вода. Вау. Дайте-ка я немножечко смотрю. Что, планета? Да, вдали. Еще одна. Ну что ж, в принципе, пешком я, наверное, идти не буду. Корень нежно, конечно же, заберу. И нужно плыть вот сюда. Под мостик. Почему? Я не знаю почему. Потому что мне так захотелось. Все. Давайте быстро перемещение в Рифтон. Летим. Вот сразу. Гильдию воров. И нужно все доложить, отдать трофей. Наконец-то я прошел этот квест. Следующий квест. Не помню, конечно, какой там будет, но постараемся сегодня хотя бы начать прохождение нового квеста. Сейчас просто нужно все продать, отдать. Да, некоторые говорят, что было бы правильно сейчас действительно пользоваться только скрытностью, как бы там написали ключевое слово вор. Ну, понимаете, у меня еще живет дух убийцы, я просто так переключиться не могу. Тебе что-то понадобилось? Нет. Рад снова тебя видеть. Гулумай рассказал что-нибудь о покупателе? Он сказал, что поместье купила некая Карлия. Нет, не может быть. Может, я этого может. Имени не слышал много лет. Это и вправду дурные вести.
Я надеялся, что больше никогда с ней не встречусь. Голумай сказал мне, что она еще и убийца. Карлия уничтожила все, за что стояла гильдия. Она хладнокровно убила моего предшественника и предала гильдию. Когда мы узнали, что она сделала, мы потратили месяцы на то, чтобы ее выследить. Но она как сквозь землю провалилась. Вот как? Почему она вернулась? Мы с Карлией были напарниками. Я ходил с ней на все дела. Мы прикрывали друг другу спины. Я знаю ее приемы, ее умения. Если она убьет меня, не останется никого, кто смог бы ее поймать. Если бы мы только знали, где она. Голумай сказал, что она отправилась к началу, конца. Подходит только одно место. Место, где она убила Галла. Руины святилища Снежный Завес. О, я сейчас с Мерсером пойду. Туда, да, Патрик, с ним. Не исчезла. Мы? Да, я пойду с тобой, и мы убьем ее вместе. Вот твоя награда за Солитьюд. Приготовься и приходи к руинам как можно скорее. Нельзя дать ей снова от нас уйти. Карта обновлена. Поговорить. Разговор с тишиной. Снежные заставы. Ладно. Блин, вот этот баг, конечно, меня больше всего Special Edition напрягает. Друзья, то, что сокровищница открытая. И все уже, все понятно. Все уже украдено, а никто этого не замечает. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Ну что такое, Патрик? Господи, не успокоится, бедняга. Ты тут волны поднимаешь. Мне это нравится. Если захочешь о чем перетереть, только свистни. Научи меня лазить по карманам. Собираешься нарушить закон? Я научу тебя, но не бесплатно. Угу, ну ладно. 49, отлично. Возвращайся и найди меня, если захочешь поучиться лазать по карману. Есть, да. Я буду воровать, Так, теперь мне нужно отнести карту. Еще не знаю, пораспрашиваем, нужно что-то сплавить, попродавать вещи какие-то. Ну, сейчас как раз-то этим и займемся, друзья. Золото нужно? У меня есть для тебя работа. Я присяду. Привет. У меня работы полно, если тебя, конечно, золотишко интересует. В Восточной имперской компании мне попалась эта карта. Купишь? Так. Какая же красота, а? Если тебе будут попадаться необычные вещи, приноси их мне. Обещаю, ты не пожалеешь. Вот твоя награда за находку. 800. Да, я знаю. Так, говорят, ты даешь небольшие задания. Вставай. Ты куда это? Работа есть. Ты куда это? Ищешь работу. А он ничего не покупает? Мне надо просто сплавить что-то. У меня есть для тебя работенка. Небольшие задания. Поучи мне взламывать замки. Камень. Эй, у меня тут по-прежнему. Даже если ты самый что ни... Меня называют могильщиком. Потому что я последнее, что ты видишь, прежде чем тебя похоронят. Что? Тебе кажется это смешно? Нет. Убеждение. Нет, твое имя всякого напугает. Вот как. Я тоже так думаю. А у тебя есть мозги. Вот, держи. Это тебе от заведения. Что это? Мед? Класс. Напомни мне, почему тебя прозвали могильщиком? Я же тебе говорю, меня называют могильщиком, потому что я последнее, что ты видишь, прежде чем тебя похоронят. Хорошо. Так это ты протеже Бриннельфа, да? Мне ничего особого ты из себя не представляешь. Я как-то сюда ни разу не заглядывал, но тут просто
Кладовочка. Тайника случайно одно нет? Одно дело говорить, что у тебя есть воровской талант. Совсем тепло. Другое его иметь. Ничего нет, никто ничего не прячет. А ты? Ну, кажется, ты тут осваиваешься. Кажется. Мне нужно обменять одну из частей твоей гильдейской брони. Что выберешь? Это что-то особенное, да? Конечно. Иначе это не была бы награда, логично? Логично. С новой броней твои навыки еще больше увеличатся. Это точно. Ух ты. Смотрите, можно сменить капюшон, можно сменить брюки, перчатки и сапоги. Но перчатки я не хочу сменять, сапоги тоже. Броню или капюшон? Капюшон мне добавляет скрытность. Давайте броню. Подумай еще раз. Когда я ее для тебя обменяю, обратно уже не возьму. Если только ты не захочешь ее продать за бесценок. Да. Ладно, вот, пожалуйста. И что за броня мне дали? Что она дает-то? Добро пожаловать в наше милое семейство. Я веду наблюдение для гильдии. Прикрываю Делвину... Подожди. Оружие, одежда. Ага, переносимый вес увеличится на 30%. 35%. Это на вот это вот она обменяла. Не, ну классно, но... Не особо, друзья. Не особо. Если тебе нужна работа, обратись к Векс или к Делвину. Они тебе что-нибудь подбросят. Какие еще услуги предоставляет гильдия? Ну, если ищешь работенку, всегда можешь спросить у Делвина или Векс. А если хочешь учиться, у нас тут много опытных наставников. Делвин, Векс, Неруин и Випер многому могут научить. Что за еще вещицу? Заплачу по обычному тарифу гильдии. Давай-ка посмотрим. Вот, отлично. У нее 1000 денег, и мы сможем уже что-то ей продать. Плюс потом нашего торговца вызовем и тоже продадим. Да, эдритический кинжал окаменения. Нужно же им пользоваться. 9 секунд стана, друзья, это классно. Черный лук судьбы. Пора уже тоже качаться. С лука стрелять понемножечку. А то и все с кинжала. Не, ну кинжал тоже классно. Он мне качает одноручное оружие. Качает, я тоже проверил. Порыв ветра. Блин, то, что я ни разу не попробовал, но просто если я попробую, без брони меня просто убьют, друзья. Что, может быть, скорее всего, я его отнесу пока домой, а когда буду играть за воина, вот тогда он откроет полный потенциал. Так, зелье яд. Я возьму, пожалуй, застрельщика легкой брони. Нет, не хочу. Одежда, оружие. Ого, бандитовый лук, кошмара. Кинжал. Ну и больше, наверное, не особо ничего такого. Бандитовый топор, который очень дорогой. Ну и все. До встречи. Не хочу сейчас Клавиуса. Давайте просто продавать по обычным тарифам. Так, теперь я сейчас хочу вызвать своего торговца. Черный рынок. У тебя множество вещей, которые я бы с радостью купил. Итак, заключим-ка сделку. Сделка. Да-да. Оружие. Стрелы, как всегда, куплю. И наше барахло, то, что мы продали. Так. Одежда. Оно уникальное, не хочу продавать. Вот, смотрите. Ничего себе. Не, давайте сначала такое, то, что подешевле и подороже. Щит стража слитью, да. Продаем, оно дешевое и довольно тяжелое. Так что оно мне не нужно. Сапфиром продаем. Сапоги воров. Вот это вот тоже. Взлом облегчается на 15%. Вот. Отлично, продаем. Сопротивление электричества. Класс. Чем дороже вещь, тем быстрее у нас качается наша дорогое красноречие, господи. Все. И, в принципе, можно еще зайти посмотреть в разное. Печать смерти. Квестовая вещь. У меня очень много камней душ, которые... Ой, блин, нужно что-то отнести, эту уникальную пчелочку.
Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, я еще хочу одну найти. Я, по-моему, знаю, где она есть. Уголь мне не нужен. И, в принципе, можно было бы сейчас как раз-то и найти. Что, заняться нечем? У меня есть для тебя работенка, если духу хватит. Ну что, в принципе, я почти готов, друзья. Почти. Мы немножечко распродали все. И будем отправляться дальше. Выходим, по-моему, здесь. Да, здесь. 77 уровень. Не-не-не, открывайся. Как всегда. Классно. Просто где-то вот здесь. Я точно не помню, но по-моему где-то здесь. А, я еще кое-что хотел. Вот, хижина Фроки. Перед тем, как я отправлюсь в тот квест, я кое-что уникальное пропустил. Мне давно парень писал в комментариях, что мне нужно подняться чуть выше его дома. Я так и не поднялся, но сейчас обязательно хочу туда подняться. Давайте дождемся. Блин, мало жду. Мало. Давайте чуть больше. Чтобы был день. 5. Вот. Отлично. И тут можно пробраться чуть выше. Смотрите, есть такая вот, ну, достаточно нормальная тропа. Классненько. Так, давайте сохранюсь. На всякий случай. И мы поднимаемся вверх, вверх, вверх. Зайчик. Зайчик, иди сюда. Иди, мой маленький. Ого. Ничего личного, это просто охота. Вау. Нет. Мы не ради этих видов. Так, нас не видят. Подожди. Мне еще говорили... Так, стоп. Зелье. Если выпить именно зелье невидимости, то тогда дракон нас не видит. Если бы я сейчас магией кастанул, он бы нас увидел. А если зелье, он не видит. Давайте проверим эту гипотезу. Так, друг, улетай. Тебе показалось. И пробираемся чуть выше. Выше. Ой, лисичка. Да, не видит. Действительно. Действительно, друзья, не видит. Класс. Какая же лисичка. Это снежная лиса. Вы только посмотрите, она тоже меня не видит. Слышите? Ой, заметила. Ну что, друзья, и вот, подожди, вот куда я и шел. Да, дракон пролетел мимо, классно. Снежный ягодник заберу. И тут у нас есть памятник Талоса, друзья. Двемерские сапоги, имперский легкий щит, книги, амулет королей, король. Король? Блин, ничего не качает, видимо, я ее уже читал. Кошелек. Забираем. И, друзья, здесь мы забираем вот эти вот все монетки и уникальный имперский шлем. Серьезно. Еще даже он написал мне. Огромное тебе спасибо. Я его заберу сейчас. Я хочу посмотреть. Вот, даже помню, когда-то его находил, и мне он показался необычным. У него нет зачарования, но он уникальный, он закрытый, вы только посмотрите, он смотрится, конечно, эпик. Очень круто. Очень-очень для коллекции, это просто невероятно, друзья. Наш дорогой Талос, можно, в принципе, помолиться ему, сохраниться. И здесь открывается какой-то проход куда-то дальше. Ага, там я был. Вот где-то вот здесь и есть эта хижина. Так, главное, не упади, не разбейся, дорогой друг. И... Нет, все нормально. Мы сейчас немножко, друзья, самую малость, пробежимся пешком.
Я просто помню, что где-то здесь был этот домик. Ух ты. О, смотрите, кто-то у нас, тролль. Два тролля. Так, тут у нас какие-то руины. Ух ты, хилочки, не инвиз. Драурх расположился так удобненько. Какой-то яд. И еще один драурх. Возьмем монетки и отправимся дальше. Давайте сохранимся, и сейчас я буду убивать этих троллей. Ну, попробую, по крайней мере. Давайте сохранимся. Ну, то, если он просто не заметит, я на всякий случай включу себе крик. Нет, 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 где мой любимый циклончик? Не видит. Такое ощущение просто показалось, что он не заметил. Ай! Я просто хотел что-то у него украсть, друзья. Отстань, 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 отстань. Нет, не прошло. Я-то думал, что крит убьет их сразу. Давайте. Летаем. Ой, друг на друга. Класс. Ну что-то второй бедненький. Как-то встает так тяжело. Сейчас этого кританем. Встань, встань, встань. Одноручное оружие повышается до 85. До 85 уровня. Ну что, мои ласточки, давайте еще немножечко полетаем. Интересно, достанет тогда второго? Ой, второй просто отлично. Знаете, если бы сейчас я был судья, я бы пятерочку даже для второго. Первый на четверочку, а второй на пятерочку. Взлетел. Ах, друзья, тут же нельзя ждать. Они же хилятся. У них же идет хил, и мне нужно быстренько его убивать, иначе я буду так долго. Ой-о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 й! Дорогой! Получил в ухо! Что там, Патрик? Проснулся. А, ладно, друзья. Давайте пройдем мимо них. А, блин, я без инвиза. Ладно, пускай они там дерутся, не знаю с кем. Магия, крики, циклон. Ого, зарядили мне нормально. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас здесь. Ух ты, там какой-то сундук, друзья. Так, здесь я пройти не могу. Ладно, я пройду с этой стороны. Какие-то развалины. Да, тут кто-то убитый. Какой-то норт, наверное. Да, норт. Просто норт. Какой-то старик. Серебряное ожерелье и рваный балахон. Господи, как же он сюда попал-то? И возле него сундучок. Стрелы, зелье хилки. Ну, сам такой, знаете, обыкновенный, стандартный для игры. Ладно. Хотя, может быть, все-таки... Отстань, отстань, отстань. Блин, стрёмно, друзья. Реально стрёмно, я сохранюсь. 85, 85, отстань, 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 отстань. Все, не видит, надо быстро, быстро, быстро его убивать. Ну что, захвачено? Отстань. Отстань, дорогой. Блин, все. Все, я прохожу его. Я прохожу. Мимо.
Нет, 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 все. Пускай живут. Они тоже существа, они тоже хотят там ходить кругами и смотреть друг на друга. Пускай. Пускай они там и останутся. А, что же у нас тут, друзья? Самая холодная часть Скайрима. Находимся мы вот здесь. Только посмотрите. Господи, между прочим, что вот это вот крутить карту, я узнал очень поздно, вначале не знал. Ой, стой, стой, стой. Я, кажется, увидел руины. Да, отсюда видно руины. Смотрите, вот они. Вау, вот это класс. Вот это класс. Там какие-то глобальные руины будут. О. Да, друзья, я не знаю, это квестовые или это случайные, или это простые, но... Ого, военачальник. Вот тебе и на. Крики. Безжалостная сила. Дорогой ты мой друг. И сохранюсь. Ну что, дорогой? Все-таки ты тут один. Тебе страшно? Блин, у нас же есть кинжал. Давайте я его возьму. Блин, не ту руку. Не в ту руку взял. Все, 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 все. Иди сюда. Иди, мой маленький. Ага. Паралич-то не работает. Паралич у него не работает. Стой, 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 друг. Да, да, я забыл, у них же иммунитет к параличу. Ничего ты не сделаешь. Может, мы тоже давайте не будем с ним сражаться? Просто не будем. Просто обойду его. Хотя... Давай, кто сильнее. Он тоже решил крикнуть. Не там-то было. Там-то было. Готов бежать? Я готов. Нет, не готов. Не готов. Нормально. Все, 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 все. Не видишь меня? Он, наверное, юзает вот это вот выбивание оружия, да? Есть, 30-кратный. Еще пару раз, друзья. Или он один раз вот так меня попадет. И привет. Кинорет. Да. Кинорет подсказывает мне, что с ним лучше не сражаться. Это просто будет долго и... Да и зачем? Если можно еще понаслаждаться этими прекрасными видами. Стоп, а куда мне вообще? Мне наверх? Вот. Вы только посмотрите, там критик есть какой-то, друзья. Давайте сейчас как истинный вор проберемся, заберем крик и свалим. Ветровая дуга, это главное не разбиться. Ого! Кто-то охраняет ее. Дракончик. Это дракон всего лишь навсего. Ого! Ого, друзья. Вот это я влип. Вот это я влип. Не, дракон не видит вроде. Что тут за крик? Запас сил высасывания энергии. Подожди, по-моему, у меня этот крик как раз... Нет. Что?
Что это происходит, друзья? Что это? Это третий. Какой-то одинаковый крик. Кто-нибудь не может объяснить, что это за баг? Высасывание жизненной энергии. Высасывание жизненной энергии. Высасывание жизненной энергии. Да, что-то с криками у меня не то. Первый раз я такие баги встречаю, но ладно. Ух ты, они что, между собой начали сражаться? Ух, как он эпично там приземлился, вы посмотрите. Ого. Что-то скелетики на него сагрились. А чего? Драконий жрец? Он с маской вообще или нет? По-моему, он без маски, друзья. Ой, извини. Я случайно. Я не хотел. Я просто мимо не шел и... Он не хилится. Нет, он не хилится, друзья. Это очень хорошо. Ага. Он будет нас дамажить сейчас электричеством. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А у меня поглощение, по-моему, сработало, да? Потому что он вообще не отнял мне жизни. Пятикратный. А, нет, отнимает. Отнимает, нормально. Нормально так отнимает. Не показалось. Какая-то музыка странная играет. Обратите внимание. Давайте сохранюсь. Слышите, что это такое? Что происходит? Отстань. А что это такое было? Как будто он что-то вытянул, и оно там, не знаю, что-то кастовал, что ли. Ух ты, там еще какие-то руины. Руины за руинами. А ну, дорогой, ты меня не видишь, я сохраняюсь. Фух. Вот сейчас мне реально повезло, друзья. Реально быстрое лечение. Отлично. Нет. Ой-ой-ой. Ой-ой, меня заметили. Этот скелет явно что-то замышляет. Тут серьезно вам говорю. Ой-ой-ой. Ладно, ребят, с вами хорошо, но я, наверное, погнал. Какие-то косточки посыпались. Господи. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Стой, стой, стой. Ай, господи, вы посмотрите, там еще, как говорится, что это такое? Я не могу выбраться, друзья. И что, все? Это все, друзья. Это, наверное, все. Я пришел не туда, когда нужно. Сюда нужно прийти, когда я стану крутым воином и разобраться с ними, потому что сейчас завора. Просто лицом в снег. Ой. Я не знаю, что это за крик, друзья, но он какой-то странный. Серьезно. Все, отстань. Отстань, 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 отстань. Не приземляйся. Все, уходим. Просто уходим. Пойдем проходить нормальные квесты гильдии. И все. Погнали, погнали, погнали. Ускорение. Да, видимо, не здесь. Видимо, не здесь я находил этот домик алхимика. Только не пишите. Не пишите, где он находится, я спрошу. Ладно, друзья, я немножко отвлекся. Пускай он там летает. Мы спрятались. И попробуем сейчас сделать быстрое перемещение. Сейчас заберусь вот сюда наверх. Все, нас не видят. Ну давайте, давайте отправимся. Вот, снежная застава, святилище. Максимально быстро я смогу вот от этой пещеры отправиться. Блин, решил, знаете, так забежать на одно местечко и залип там на 20 минут или 15. Сейчас выберу.
оружие. Убираем. Давайте сохранимся, друзья. И все. Ну что ж. Сейчас начнется главный квест гильдии. Блин, это ж нужно будет обязательно забрать уникальную вещь. Она по-любому будет. Это тоже как квест. И я, по-моему, знаю, что тут будет. По-моему, знаю. Не подсказывайте мне. Я просто помню, я находил. В этой гробнице я находил уникальную вещь. О, ребят, привет. Ледяной тролль. Красавчик! Чё это он меня заметил? Я так и не понял. Ну ладно. Давайте сделаем ноги быстро. И вот мы пришли. Что это? Убитая лошадь. Блин, жалко. И вот наш друг. Привет. Теперь вот и ты наконец. Да. Хорошо. Я осмотрел развалины и уверен, что Карлия еще внутри. Угу. Ты видел ее? Нет, но я нашел ее лошадь. Не волнуйся, об этом я позаботился. На ней она не сбежит. Давай двигаться. Я хочу поймать ее внутри, пока она ничего не подозревает. Веди. Так это он ее убил? Может, давайте его чикнем сейчас? Ладно, все понятно. Только смотри в оба. Карли, не хватало еще угодить в ловушку и предупредить ее о том, что мы идем. Как умер Гал? 25 лет назад я стоял перед этими самыми руинами. Гал назначил мне здесь встречу, но не сказал, зачем звал. Когда я прибыл, Гал вышел из тени. Прежде чем он сказал хоть слово, его горло пронзила стрела. Я не успел даже выхватить клинок, а вторая стрела уже торчала из моей груди. Значит, Карлия в одиночку расправилась с вами обоими? Карлия – меткий стрелок, и ее лучшим оружием была неожиданность. Мне повезло. Стрела прошла в дюйме от сердца. Пошатываясь, я побежал прочь, но тут все поплыло у меня перед глазами. В тот момент я понял, что эта тварь отравила стрелы. А что с Галом? Прежде чем потерять сознание, я увидел, как Карлия сбросила тело в разлом наверху руин. Бесславный конец славного человека. По сей день жалею, что дал ей уйти. Лучше б я погиб, пытаясь отомстить за Галла. Он того стоил. Мне казалось, что убийство – дело темного братства, а не наше. У меня давняя договоренность с темным братством. Да ладно. Если мне нужно разобраться с кем-то в гильдии, мы делаем это сами. Они понимают, что ни к чему выносить ссор из дома. Хм, что-то такого не помню. Смотри в оба и держи рот на замке. Нужен ключ. Эй, дружок, а как ты откроешь эту дверь? Не подскажешь? Тут довольно сложный замок. Он вообще сюда идет? Ага, вот он, кажется. Давай, давай, спускайся. Какой же ты долгий. Считается, что в древние захоронения нордов иногда совсем нельзя проникнуть. Тут, судя по всему, не тот случай. Все совсем просто. Не знаю, почему про эти замки рассказывают столько небылиц. Все, что нужно, умение плюс крупица знаний. Вот и все.
возле тебя. Крупица знаний. Крупица. Маленькая. Такая. Ладненько, друзья, я буду сохраняться и все на этом заканчиваю свое прохождение на сегодняшний день. Всем, всем огромное спасибо, что пришли, поддержали, посмотрели, как я отвлекаюсь от главных заданий своей гильдии воров. Ну, дальше будем проходить. Ой-ой-ой, смотрите, шлем железный, это же Довакина, бальзамирование. А что такое за шарики-то? Все, дальше будем проходить гильдию воров, именно этот квест. Всем огромное спасибо, друзья, что зашли, поставили лайк и вообще прокомментировали. Обязательно напишите насчет этих криков, потому что я волнуюсь, друзья. Скорее всего, это какой-то баг, и у меня есть уже три крика. Высасывание жизненной энергии, высасывание жизненной энергии и высасывание жизненной энергии. И обратите внимание, вытягивающая магическую и жизненную энергию из вашего незадачливого соперника. Высасывание 2 единицы здоровья в секунду в течение 20 секунд. Высасывание 2 единицы магии и высасывание запас сил. Тут как-то по характеристикам. А тут по-другому. Тут высасывание 1 единицы, а тут почему-то 2. Но явно с этими криками какой-то баг, друзья. Баг, баг, баг. Если кто-то знает, как это исправить, то, пожалуйста, напишите мне. Я буду очень признательно. Все, друзья, это был канал Мистер Кэт. Также, если вам понравилось это видео, порекомендуйте его друзьям. Я вас обожаю, друзья. Все, всем пока. Так, что не выключается?